прощался он с женой верною и такие слова ей сказал: ухожу на фронт драться с немцами и страну и тебя защищать. А ты будь моей женой верною и старайся почаще писать. Надоело жене мужа ждать, а стала нервничать и манерничать, с лейтенантами стала гулять. А вот один разок как-то вечером лейтенанта пошла провожать. Засмутилась дочка Аллочка и решила отцу писать. Здравствуй, папочка, пишет Аллочка, мама стала тебя забывать. С лейтенантиком дядей Петею каждый вечер уходит гулять. Пишет Аллочка, а еще я хочу написать, что вчерашний день мать велела мне дядю Петю отцом называть. Получил отец весь печальную, сам собою не стал дорожить. В бою первом пал смертью храброю, и сейчас он в могиле лежит. Ой, вы, женщины, словам неверные, муж на фронте, а вы здесь гулять. Придет муж домой, станет спрашивать, что же будешь тогда отвечать? Придет муж домой, станет спрашивать, что же будешь тогда отвечать?